Внимание! Впереди переезд. Казалось бы, всем известно, что железнодорожный переезд является одним из самых сложных и опасных участков дороги, требующих сосредоточения внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Но положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по снижению аварийности. Так, на 1 апреля 2024 года в границах Северной железной дороги допущено 5 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортным средством на железнодорожном переезде. В результате происшествий пострадали 9 человек, из которых 7 погибли. Чтобы еще раз напомнить водителям о необходимости соблюдения не только правил, но и осторожности для сохранения здоровья и жизни себе и окружающим, сотрудники Буйской дистанции пути совместно с отделением ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Буйский 22 апреля провели рейд вблизи регулируемого переезда в микрорайоне за рекой Костромой в направлении поселка Салама. Организаторы рейда рассказали водителям о недавнем чрезвычайном происшествии, когда столкнулись пассажирский поезд и автобус марки «ПАЗ», который выехал на регулируемый переезд под запрещающий сигнал светофора, не убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава. Это нарушение привело к трагедии. В результате 7 человек погибли. Это 6 пассажиров и водитель автобуса. Машинист поезда тоже пострадал, получил травмы. Оценивая ситуацию, он управлял поездом в режиме экстренного торможения, но мгновенно остановить состав не представляется возможным. И это нужно знать всем участникам дорожного движения, а значит, нести ответственность за людские жизни. В свете событий, которые произошли в Ростов-Ярославской дистанции пути, где пассажирский поезд сбил рейсовый автобус, сегодня у нас внеплановая акция, внеплановый рейд совместно с ГИБДД. Сегодня мы останавливаем водителей, раздаем памятки, буклетики. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения на переезде, дабы сохранить свою жизнь. Смотри в оба. Остановись до переезда, чтобы сохранить жизнь. Сэкономив минуты, мы рискуем и можем сделать несчастными множество людей. Такие напоминания и правила проезда через железнодорожный переезд прописаны в листовках, которые были вручены всем водителям в ходе рейда. Организаторы надеются, что это поможет в будущем избежать трагедий.